Друзья, всем привет! В общем, изготовил два моста, которые отправляются в город Краснодар. Значит, колея вышла 78 сантиметров. Почему так? Ну, человек попросил сделать, чтобы по краям колес, сейчас я все это дело покажу, было не больше 95 сантиметров. Наверное, ввиду того, что может какие-то вот ограниченный проезд где-то, да, чтобы он так вот рассчитал, что вот 95 ширина, именно ширина, ему будет как раз. Говорит, колея мне не важно, сколько выйдет, столько выйдет. Ну, тем не менее, колея получилась 78 сантиметров. Как укорачивать мосты? У меня есть видео, переходите, смотрите. Видос так и называется, один из последних для тех, кто в танке. Потому что до сих пор задают вопросы, я им устаю отвечать. Просто зайдите, досмотрите, никаких проблем нет. Вот. Что я сделал, мужики, сейчас покажу одну нужную мне приблуду для проверки чулка. В общем, вот что получилось у меня. Вот они, два колеса. Сейчас покажу. Это две негожие, будем так говорить, полуоси были. Вон от них шлицевая часть. Отрезал я понад вот этой штопорной вот этим кольцом. А потом его спилил и снял. Все, теперь подшипник здесь шлифанул, чтобы подшипник спокойно одевался и снимался. Вот. Почему они негожие? Здесь везде сорваны резьбы. То есть резьб здесь нет. Но есть для направляющих отверстия под М8. Поэтому вот здесь двумя болтиками просто от руки притянул. Все. Это такие вот шаблончики для того, чтобы чулок проверять, не ошибся ли я с расчетами. Два подшипника стареньких. Все, теперь, даже не имея полуосей, проверяю колею. Как бы, о, села. Ну, это колесо сейчас, телефон поставлю на паузу и одену. Или даже вот на штатив поставлю и одену. В принципе, мне не жалко. Вот как-то так. Ну, мужики, абсолютно не жалко. Подшипники старенькие, поэтому смело приглашаем. Вот таким вот образом. Не нужно его ставить. Для замера достаточно этого положения. Вот и все. Так что, когда я флянцы вваривал, я их прихватил на по три точки с каждой стороны. И таким образом, мужики, я все это дело замерил. Сейчас возьмем линейку. Линейку. Как всегда, где-то наделась. Сейчас найду и включусь. Так, итак, здесь линейка на центре колеса. Ну и, соответственно, вот она, мужики, колея 78. Также можно проверить и ширину. То есть ставлю на пол линеечку. Вот. Подпереть ее. Вот. И, соответственно, я не знаю, видно, не видно, но вот так, если смотреть, вот. Да, край колеса того, край этого, вот, 95. То есть я учел даже, мужики, вылет резины, не только вылет диска, это я уже рассказывал, но еще и вылет резины, который составляет где-то порядка сантиметра. Видно, да? То есть положил что-то вот такое вот длинное и жесткое, и вот здесь вот замерил. Здесь сантиметр с этой стороны, соответственно, сантиметр с той стороны. И все это я внес в расчет, чтобы у меня вот по краю резины было 95. Поэтому колея вышла 78 сантиметров.
Очень удобная вот эта вот штука. Как вот эти вот полуоси, да, негужие. Пожалуйста. Проверил, если все сошлось и мне нравится, флянцы обварил и начинаю укорачивать полуоси. Вот и все. Процесс как бы всех этих моментов, мужики, ускоряется. Вот так можно снять легко колесо и продолжить работу. Вот и все. Так, что еще вам рассказать? Про шайтан-машину буду делать ее универсальную, чтобы барабан вращался в обратную сторону. То есть вот эти цепи били не под себя, не вниз, а били вверх. Но это будет попозже. Тракторишка стоит, навеска, баронка. Копаем картофан. Все, мужики, всем пока. По большому счету ничего нового не узнали. Скорее всего, это может даже можно считать как видеоотчет заказчику, да? Вот, по размерам. Вот и все. Кому понравилось, оцениваем, пишем комментарий. Короче, все, как вы любите. Пока.